родителей, детей, кто здесь прибывает. И вот наш замечательный фонд, который, слава Богу, наполняют такие прекрасные люди, участвующие в созидании доброго и хорошего. И вот Валерию хотел поблагодарить, потому что на протяжении такого небольшого времени, но мы стараемся делать доброе, хорошее, позитивное, потому что очень бывает часто, что позитива в жизни не хватает. А весь позитив прекрасно дает Господь. И вот через такой проект, как мы рисуем, это и есть видение Божьего мира, красоту Божьего мира. Даже несмотря на трудности, которые в жизни у нас происходят, болезни, скорби, все равно красота Божьего мира, она вокруг нас. И вот пускай даже в этих замечательных рисунках она будет отображаться. А самое главное, чтобы отображалось в человеческом сердце. Здесь идет сотворчество профессиональных художников и детишек, и людей, которые никогда не брали в руки краски. А сейчас они взяли, мешают под нашим, как говорится, четким руководством сложные цвета и пишут совершенно потрясающих животных. Проект сейчас, он уже приобретает статус реабилитационного. Мы проводим его довольно активно. Конечно, мы бы могли еще более активнее проводить, да? Нам, соответственно, нужны спонсоры, люди, благотворители, которые могут нам способствовать проведению мероприятий. Больниц у нас очень и очень много.